Москаленко Роман, 10 лет, школа номер 56, город Магнитогорск. Муса Джалил, любимый. Быть может, годы будут без письма, без вести обо мне. Мои следы затянутся землей, мои дороги зарастут травой. Быть может, в сны твои печальные я приду, в одежде черной вдруг войду, и смоет времени бесстрастный вал прощальный миг, когда тебя я целовал. Так бремя ожиданий велико, так изнурит тебя оно, так убедит тебя, что нет его, как будто это было суждено. Уйдет твоя любовь, а у меня, быть может, нету ничего сильней. Придется мне в один нежданный день уйти совсем из памяти твоей. И лишь тогда, вот в этот самый миг, когда придется от тебя уйти, быть может, смерть тогда и победит, лишит меня обратного пути. Я был силен, покуда ты ждала, смерть не брала меня в бою. Твоей любви волшебный талисман хранил в походах голову мою. И падал я, но клятвы поборю, ничем не запятнал я на войне. Ведь если б я пришел, не победив, спасибо, ты бы не сказала мне. Солдатский путь извилист и далек, но ты надейся и люби меня. И я приду, твоя любовь залог спасенья от воды и от огня.